Евсения Князева рисует волшебного героя из сказки Пушкина прямо у библиотеки, названной в честь классика. В свои 8 девочка прочла уже десятки книг великого поэта. И это не считая школьной программы. Ученица столичной гимназии приехала в Бобруйск на каникулы к бабушке. Пришла в книгохранилище за очередной литературой, а попала на праздник в честь 220-летия Александра Сергеевича. Спрашивали вопросы по сказкам Пушкина, потом я нарисовала золотую рыбку на асфальте. Сейчас я раскрашиваю и делаю себе закладку Пушкина. С изображением Пушкина, да? Да. Эту библиотеку с великим русским поэтом связывает не только название. В открытии и формировании фонда участвовала сама внучка Пушкина Наталья Воронцова-Вильяминова. Стеллажи комнаты музея вмещают более 800 книг. Среди них редкие и ценные экземпляры, изданные в начале прошлого века. Дубровский 46-го года и Бахчисарайский фонтан 49-го. Здесь же перевод Евгения Онегина на мове и иврите. Здесь представлено уникальное издание, собрание сочинений в 19 томах. Это самое полное собрание сочинений. Здесь отражены рисунки поэта, письма, переписка, все произведения в черновиках, все его пометки. Это все сохранено здесь. Поэтому очень действительно оно ценное тем, что оно самое полное. Гордость библиотеки – родословное древо классика, где изображены его потомки и предки. Музей, кстати, еще используют как литературную гостиную. Уже много лет неравнодушные к русскому творчеству собираются в так называемом «Пушкин-клубе», где перелистывают страницы произведений и цитируют строки писателя наизусть. Мы постоянно на своих заседаниях раскрываем какие-то тайны и вопросы поднимаем, связанные с Пушкиным. И уже сколько лет мы проводим, больше 10, и у нас неисчерпаемый Пушкин. Мы постоянно открываем какие-то новые страницы в биографии, творчества людей, которые были с ним знакомы. Руслан и Людмила, Борис Годунов и «Капитанская дочка». Интерес к шедеврам поэта не иссяк и сегодня. Ведь среди тех, кто интересуется изданиями Александра Сергеевича, не только читатели школьной программы. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.